Это нормально или нет? Это не так. Но я не собираюсь просто на какого-то там дядю перекладывать всю ответственность. Я достаточно давно занимаюсь политикой. Я часть той самой оппозиции, которая не очень успешно, раз всякое варьё захватило власть. Ну, очевидно, да? Раз мы даем возможность им красть в таком количестве, значит, мы не очень эффективно действуем. Здесь, в Новосибирске, я уверен, к этому готовы. Мы должны пересоздать оппозицию. Для этого мы проводим наши праймерис демократической оппозиции. Я здесь в первую очередь для того, чтобы убедить вас, что давайте верить в демократию. Демократия реально работает. Я не знаю, кто возглавит список оппозиции на выборах Новосибирской области. И я счастлив вам это сегодня заявить, то, что я не знаю этого. Когда такое последний раз было, чтобы стоял где-то лидер партии и говорил: ребята, извините, но я не знаю, кто возглавит ваш список. Такого не было никогда. Потому что все всегда назначается из Москвы. Это надоело нам. Это не нравится вам, потому что вы не собираетесь голосовать за таких людей. Потому что вы здесь все особенные, считаете себя особенными, являетесь особенными. Поэтому в этот раз мы решили сделать все совсем по-другому. Вот ваши кандидаты здесь местные, которые заявляют, что мы пойдем на выборы. Вот жители Новосибирской области, которые смотрят на этих кандидатов и решают, кто будет первый, кто второй, кто будет третий. Вам нужен помоложе? Пожалуйста. Вам нужен поопытней? Пожалуйста. Вам нужен какой-то радикальный оппозиционер? Голосуйте за него. Вам нужен умеренный? Поддержите умеренного. Но самое главное, чего я хочу добиться, то, что действительно вы поверили, и случилось так, что список оппозиции, оппозицию вообще, вот этот вот лейбл, этот бейджик, оппозиционер, представляющий новосибирскую оппозицию, даю не я, не Касьянов, не какие-то москвичи, его даете вы. И я уверен, что когда это случится, когда во всех регионах оппозиционеров будут определять сами люди, тогда мы пройдем в парламент, мы получим политическое представительство и, наконец-то, официальной точки зрения.